Запорожская область является всемирно известным аграрным регионом, потенциал которого используется далеко не полностью. Евгений Червоненко во времена губернаторства дал огромный толчок для развития сельского хозяйства. В Великой Белозерке его всегда встречают как дорогого гостя. Ведь благодаря Евгению Альфредовичу одно из фермерских предприятий из отстающих вышло в лидеры. За то время, когда он был губернатором, построил такое отношение чиновников от района до области, что я за 3 года сделал сколько для села, что я за 15 лет не сделал. Вопрос создания нашего предприятия. Да, оно тоже было уже, вы помните, КСП умирало, не было ни орошения, уже ничего не было. На сегодняшний день все восстановлено, все работает, все крутится. Люди имеют работу, люди имеют зарплату. Когда Евгений Червоненко возглавлял Запорожскую облгосадминистрацию, сумма инвестиций возросла в десятки раз. Проценты по кредитам на покупку сельскохозяйственной техники выплачивались за государственный счет. Происходила интенсивная газификация даже отдаленных сел и поселков области. По 11 показателям область с 24 места вышла на первое. Больше, чем мы сдвинули в медицине, в образовании, в газификации водоснабжения, а самое главное в привлечении инвестиций в десятки раз и в сокращении задолженности по заработной плате не было. Евгений Червоненко – менеджер с многолетним стажем и знает, как создавать льготные кредитные линии для фермерских хозяйств. Налаженный поток транспорта, в том числе из России, позволит труженикам с выгодой сбывать выращенный урожай. По мнению Евгения Альфредовича, региону по силам стать житницей Европы. Главное – побороть коррупцию на местах. Именно этим и намерен заняться Евгений Червоненко в статусе депутата. Одобрение аграриев он уже получил. Евгений Альфредович, надежного вам старта и успешного финиша. Спасибо.